Смотри, еще фонарь. Сломан. Брось его. Но зачем они нужны? В них есть что-то особенное. Я точно знаю. Не знаю, что мы тут делаем. Надо освободить веревку. А если забраться наверх с вагонетки? Дальше. Ты с самого начала умел справляться с черным дыханием. Даже не думай, что я смог бы провести тебя через него, мешок с мясом. Я с чем хочешь могу справиться, особенно здесь. Когда-то мой народ тут всем командовал, улучшил ловушки йотунов, да еще и обходные пути проложил.
А ты как думаешь, почему они такие хитроумные? А, да, кстати, остерегайся ловушек. Ну, заходите. Вот где отдых в тишине. Куда дальше? Ну, парень. Ну, еще что-нибудь? Определился с выбором. Ну, я же всегда рад помочь. Ну, заходи, когда что понадобится. Куда же? Ты почти достал. Жаль, будет, тяжело будет. Да ладно. Колесо будет крутиться. Мы поднимемся наверх. Готовься! Сзади травка!
назад к колесу. Заблудились? Нет. Что на этот раз сломали? Было же что-то еще. Чего изволите? Тогда пока.
что посмотреть. Работает! Вот и крюк! Отлично! Поехали! Мы поднимемся к самой вершине? Это мы скоро узнаем. Что-то там не так. Я чувствую опасность. Не думай о том, что может быть. Сосредоточься на том, что есть, и будь настороже. Хорошо. Не самая вершина, но близко. Вот этот целый! Тут записка. Молитва великана. Он просит предков охранять его. Привести домой. Сын. Подожди. Я знаю, как это работает. Смотри. Ого. Что ты написал? Попросил беречь мою маму. Они сберегут нас на пути к вершине. Идем. Путь не близкий. Ого, что это? Назад! Лезь в тоннель. Понял. Осторожней. Испытание. Недавно дно мы прорубили туннели в обход великаних ловушек. Удачно. Ну, не меня удачно.
ладно. Лучше помолчи. Там увидимся. Приготовься! Видимо, подняться можно только этим путем. Наверху. Видишь? Помогло. Или нет. Все равно тяжелое. Ура! Снова поехал. А когда доберемся до вершины? Далеко оттуда будет видно. Увидим озеро. А мирового змея, а наш дом. Узнаем, когда доберемся. А пока гляди в оба. Ой! Атрей! Я цел. Просто споткнулся. Знаешь, ты же такой сильный, но всегда так тревожишься. Тревога полезна. Благодаря ей мы с тобой живы. Ну да, хотя особой радости от такой жизни нет. Я
научусь. Впереди враг! Надо больше тревожиться. Мы на месте? Нет, мы застряли. Похоже, часть подъемника застряла в стене. Вытащишь? Я не знаю. На нас еще нападут? Несомненно. О, нет. Да, готовься. Приготовься! В любой момент. Вроде обошлось. Возможно. Отец. Когда мы развеем мамин пепел. Что тогда? Что будет дальше? Ничего не будет. Мы вернемся домой. И все? Путешествие завершится? Это да. Но у нас еще много дел. Ты был прав там, в лодке, когда я срубил последнее дерево. Ты сказал, что-то поменялось. И это так. Нашему дому грозит опасность. Мы должны позаботиться о его защите и продолжить твое обучение. Ага.
Мы почти на вершине. Нас теперь ничто не... Спокойно, мальчик. Держись за мной. Вот-а! Это битва. Стой. Ого, что это? Похоже на корень Игдрасиля. Это что, смола? Остывшая смола. В ней таится сила. Ничего себе! Поверить не могу. Мы бились с драконом. Я метил в глаза, но не мог устоять ровно. А драконы тут живут? А когда они тут поселились? Когда великаны ушли? Или они ушли из-за драконов? Мальчик, в горах тяжелее дышать. Болтай поменьше. Вопросы потом. А, да, ладно. Стой, сын! Это Синдри. Как убить такого зверя? Надо застать его врасплох. Я могу отвлечь. Что ты делаешь? Надо ему помочь. Иди направо. Выбери место и жди моей команды. Эй, урод! Я здесь! Ты живой? Thank you.
знаю, что делать! Готовься опустить кран по моей команде! Я не знаю, как он работает! Мне все равно! Будь готов! Но драконов не убивали уже не одно столетие. Со времен Великого Истребления. И если я не ошибаюсь, вы сделали это ради меня. Ты ошибаешься. Дракон просто был у нас на пути. Говори все, что хочешь. Вы меня спасли. За это положена награда. Что это? Это стрелы с Амелой. Прямее, чем луч солнца. Баланс идеальный. А. Спасибо. Так, ладно. Погоди. Фу, не то. Говорили с моим братом? Да, сказал, ты утратил талант. О, и что, я себе любец? Нет. А еще, что мне важнее красота? О, нет. Чем качество? Что я напыщенный? Нет. И надменный? Суетливый? Я знаю, что он думает, но обидеть меня он не может. Проехали. У меня нет на это времени. Нет, 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 нет. Стой, погоди. У меня идея получше. Ну? Нужен зуб вот этого дракона. Мне нужен лишь один зуб. Обещаю, не пожалеете. Смотри, где хват... О, не важно. О, что за мерзость? О, что за мерзость? О, а что за вонь? Отлично! Да, сойдет! Ну да, я это трогать не буду. Просто подержи его. А теперь проведи по тетиве лука своего сына. Сделай милость. Атрей, твой лук.
Двух раз хватит. Эй, полегче там! Ого! Вот так. А вы не верили. Как бы это... Я добавил волокон сетевой способности. Я смотрю, ты и сам уже разобрался. Ну, молодец. Не то чтобы я хотел объяснить красоту и тонкость своей мастерской работы. Ни в коем случае. Главное тебе помочь. Да. Заработал. Это что-то. Что-то еще? Дай подумать. Совсем недавно мы охотились только на оленей. И вот сражаемся и с темными эльфами, и с троллями, и с ограми, и с драконом. Мы кого угодно одолеем. Мы побеждаем, потому что у нас есть цель и сдержанность, а вовсе не благодаря своему самомнению. Ага, я знаю, просто здорово быть сильным, понимаешь? Да, понимаю. Чем я думал.
застрял. Может, тут поблизости найдется другой кристалл? Вот и он. Мне его разбить? Рума! А мне нравится. Хотя странно. Этот не разбился полностью. Я попал по этому кристаллу. Но он все равно светится. Наверху! Видишь? О, вот это находка! Уже больше нет.